Пограничники отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В Сыктывкаре у памятника воину-интернационалисту защитники рубежей страны возложили цветы, а затем организованной колонной выдвинулись в парк имени Кирова, где их ждала концертная программа и были приготовлены сюрпризы. Максим Васильев о празднике зеленых фуражек. Готовиться к празднику часовые Родины, бывшие и нынешние, начали еще за сутки. У мемориала павших афганцев зеленые фуражки установили самый настоящий пограничный столб, выставили боевое охранение, подогнали БРДМ, бронированную разведывательно-дозорную машину. Праздничный митинг ночной дозор так и встретил на боевом посту. Ура! 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 Традиционное троекратное «Ура!», преклонение колен на возложении цветов и типичное пожелание «Чистой вам КСП» для пограничников, которые, кстати, с каждым годом на праздник приходят все больше и больше. Создана организация пограничников, они регулярно собираются вместе, решают много разных вопросов, в том числе даже такие, как соревнования проводят и так далее. Плюс люди увидели, что можно культурно, красиво проводить свой профессиональный праздник и... Появилась возможность своих детей приводить, семьи, есть чем гордиться пограничникам. Цветущий парк имени Кирова сегодня зеленее обычного. Флаги, фуражки, камуфляж пограничники умеют праздновать цивильно и организованно. Виталий Матехин уже 6-й год подряд ставит под праздничные знамена всех пограничников города и республики. В 41-м году, когда началась война, из 416 застав ни одна застава не сдалась боем. Когда Верхну рассчитывал на 30, давал 30 минут на заставы, наши заставы держались некоторые сутками, неделями, месяцами. Обрестская крепость, уже просто слов нет. Поэтому мы щит Родины, скажем так. Вручение памятных юбилейных медалей каждый из пограничников воспринял вполне серьезно. Общее построение, уставные команды, в общем, почти все, как на армейском плацу. Атмосферности добавляли полевая кухня и площадка для силовых упражнений, которую пройти, похоже, должны были все парни. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал «Юрганс», Сыктывкар.